Приветствую всех, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 25 февраля, все как всегда. Мы с вами вместе, ребят, смотрим, что у нас в магазине сегодня закинут. Сегодня, по идее, графит должен уходить. И фул магазинного. Графит этот тоже соберут по-любому обертку. Наливай. Итак, начнем с чего? Начнем с того, что у меня уже есть. Это полип. Полип, имба, дикая. Офигенный скинчик, мне прям очень зашел за 1200, шикарно. Бэкпэк у него с тремя стилями, то есть вот этот его, ну, в форме щита, панцирь, черепахи. Тремя стилями, ну, видите, меняется. Скин классный, на нем офигенно выглядят разные эмоции. Могу вам показать. По-быстрому, так сказать. Текс, погнали. Там, где изгиб ног, у него смотрится мега забавно. Так что рекомендую, ребят, к приобретению. Что-нибудь давайте, вот. Полипкой. Прикольно. Рекомендую. Полип классный скинчик. Кирочки его по 800. Кирочки классные, ребят, но что-то мне подсказывает, что вы его их брать не будете. У них хороший след, они выглядят забавно, но я думаю, они не для всех, так сказать, на любителя. Я вам тоже их покажу в творческом, конечно, но так, так. В целом забавно. Если вы там фармите до хрена или донатите до хрена, то можно прикупить, потому что они явно выделяются из всех остальных кирок. Но в целом не лучшие далеко. Погнали, ребят, левая сторона полип в прицеле. Руки желешки. Бэкпэк, напоминаю, ребят, прикольный бэкпэк в виде формы щита. Но это, как его называют, ё-моё, панцирь черепахи. Кирочки. Кирочки, и следы прикольные, и выглядят классно. И от удара что-то наподобие брызг от слюдпа. Классные. Насколько часто их можно юзать? Под что? Вот тут уже тяжелее, да? Там под карасика можно заюзать. Ну, не знаю, под водолаза какой-нибудь, этого аквалангиста. А так, в целом, ну, не так, чтобы вы постоянно можно тебе юзать это. Можно под сушистку взять. Почему нет? На этом, наверное, и все. Пару эмоций в жизни. Из моих часто используемых, что у меня еще есть? Что еще у меня есть? Это такая себе. Давайте быстро крутанем еще куда-нибудь далеко. Что-нибудь прикольное. Короче, эмоции прикольные на нем. Дальше это у нас фулл сет темной бомбистки будет, да? Зловещая бомбистка. С бэкпэком своим, с кубиком, брелочком. Все вы знаете этот скин, особо о нем рассказывать не нужно. Только могу, как всегда, добавить, что из бомбисток нравится мне больше всех. Одна из лучших кирок. 1200, зловещий знак, который меняется в процессе игры от ваших киллов, которого добавили офигенный след. Тоже вам покажу. Топ-кирка. В топ-3 моих. Все еще ее. С 6 сезона, ребят, до сих пор я ее в топ-3. Наверное, топ-2, наверное, я ее назову. Офигенно. Дальше дельтик за 500. Все так же он хорош. Офигенные эти следы. Офигенная. Офигенный след, вот, ну, отсюда вы увидите, тоже покажу вам. Офигенные руны, вообще тематика классная, поэтому здесь мне все нравится. Еще у нас с левой стороны это бомбистка в прицеле. Быстренько ее, ребят, прям быстренько-быстренько, потому что ее уже 1000 раз мы показывали. Кирочка, просто гляньте след какой. От ударов. Тут больше всего мне, конечно, кирка нравится. Это прям вообще охренительно. И дельтик. Бойно.
Дальше это вами любимая Фуксия. Многие любят этот скинчик, многие про него часто спрашивают, нравится, не нравится. И вот все в этом духе, когда выйдет, ваш любимый классический вопрос, на который я всегда отвечаю, понятия не имею. Вот, Фуксия с беспонтовым, как по мне, бэкпэком. Не вижу людей, чтобы кто-то юзал данный бэкпэк. Неон. Неон нравится мне больше, если бы не вот эта косичка неона, я бы прикупил еще в самый первый раз. Но косичка мне полностью тогда сбила весь настрой. Кирка, ионный расщепитель, хороша. Юзаю редко. Но кирка классная. Дельтаплан, летучая мышь, офигенная. Кибермышь, офигенный, юзаю почаще. Этот дельт мне очень нравится. Выделить его за 800 прям могу. Потому что реально часто его юзаем. И кирка эмитер. Короче, куда ударение, понятия не имею. Знаю, что он за 500 и что мне ее подарили. Спасибо за подарок. Футуристический топор. Простенький, аккуратно. Что у меня есть сегодня? Это кирка. Хорошая кирка. И убойный дельт. Очень мне нравится. Не знаю, мне прям зашел. Вроде ничего сверхъестественного, но просто мне прям очень зашло. Правая сторона, у нас опять новая обертка. Мне сегодня сказали, что в Бразилии карнавал. Из-за этого у нас вчера в магазине была прикольная обертка. Из-за этого у нас вчера в магазине эмблемка. От выстрелов. Что от выстрелов у нас происходит? Меняет цветовую палитру. Основной цвет меняется, да? Некоторые обертки меняют внешний вид во время стрельбы. Да, это вам тоже покажу, ребят. Это 500 V-баксов, тег автора, ребят. SPT-083, не забывайте указывать, не забывайте делать скриншоты для розыгрыша, который в группе ВКонтакте закреплен на 10 тысяч рублей. Осталось всего 5 дней до итогов, так что врывайтесь. А мы покупаем обертку и будем смотреть на нее и радоваться. Карнавальные цветы. На лодке забавно. Интересно, лодка после выстрела меняет цвет? И то, что нам сегодня, ребят, закинули, это второй день подряд обертка. Приколюха, да? Ну, тут все понятно. Прям приколюха. Ой, блин, на уге прикольно. Прикольно. Может, вернут, когда дробаш. От винта. Так, дальше. Это у нас самбо. Давайте наболтаем самбо. Да. На самом деле музычка ничего. Нормально, легкая фоновая музыка пойдет.
пойдет. Для тех, кто фармит, могут себе приобрести. Я не покупаю. Ну, по минимуму стараюсь не покупать особо музыку. У меня с правой стороны ничего нету. Это редкость. Поехали! Скорость! Таксистка Риколор. В 10 сезоне сделали Риколорчик. Мне не нравится. Не рекомендую. Ну, не то, что не рекомендую. Мне не нравится. Я не покупал, даже не думал. Дальше это Сорвиголова. Ему, кстати, стиль там, да? Классно, слушайте, я ее не купила, фоном играет под магазин, шикарно. Сорвиголова. Последний стиль мне нравится, ну вот, да, последний стиль мне нравится больше всего. Кайфовый на спине рисунок. Выглядит хорошо. Последний стиль, ничего. И бита. Взять биту этот и в кирку Харли. Биту. И эмоции. Кто ко мне? Никто ко мне, просто ко мне. Свежие эмоции относительно. И я вам говорю, ребят, это офигенный скин для эмоций. Просто офигенно. Передвижение, ребят, эмоция в передвижении. Вот и весь сегодня магазин, ребят. Сегодня, кстати, опять глючит у нас слева секундомер. Новости нам обновят. Обновили нам новости. Это экипировка бомбистки. Красивая, кстати, эта картинка. Вырывайтесь к агентству. И полная боевая готовность. Боевой пропуск. Ребят, если все еще кто-то не купил боевой пропуск, не забывайте. На боевые пропуска тоже действует тег автора SPT-083. Не забывайте указывать. Стартер пак не появился. Знаю, на Xbox'ах он... Ой, на Xbox'ах. На Sony'ках он уже есть. Знаю, он есть уже в каком-то там регионе. В Зеландии, что ли? Ну, короче, нет. У меня нет. Вот, вам спасибо большое за просмотр. Не забывайте ставить свои лайкосы под видео, писать комментарии. Приходи ко мне на трансляции, ребят. 9:30 вечера до 3 ночи каждый день на Твиче. Ссылка на Твич в описании. Также есть. Чекайте описание, там много полезной инфы. Всем спасибо. Пока.